Всем привет, это я, Оля Кекс! Сегодня в этом видео я буду отвечать да или нет. Но я не буду заранее знать вопрос. Что это за фигня, спросите вы меня? Это забавная игра на канале Emoji Cool! Под названием «Выбери да или нет». Выбиралка, индивидуалка. Предлагаю вам вместе со мной сегодня отвечать тоже да или нет, а потом похихикаем и похахакаем в комментариях. Но прямо сейчас поставьте лайк под этим видео, подпишитесь на канал и напишите в комментарии. Лайкну каждого, кто сможет это написать. Погнали! Добро пожаловать на канал Emoji. Выбери одну кнопку. Хорошо. Или нет. 45 вопросов и 5 секунд. Все понятно. Еп. Готовы? Погнали, будем очень быстро отвечать. Хотели бы вы такой подарок? Да, абсолютно. Я люблю подарки, любой подарок хочу. Что за подарок? Ребята, напишите, у кого такой же подарок. Этот бургер. Же подарок. Так, бургер. Да, я люблю бургеры, я съем этот бургер. Суши-бургер. О нет, суши-бургер это не вкусный бургер. Вкусный бургер, когда две булочки между ними, котлетка и помидорчик и сырок. Хотели бы вы такой телефон? Телефон? Нет, я бы такой не хотела телефон ни в коем случае. О, блин! iPhone 15 Pro Max. Ходить мне с моим 5-м айфоном до конца дней своих. Стали бы вы носить такую обувь? Да. Что там за подкрадули? Лапти. Между лаптями и айфоном 15 я выбираю лапти. Хотели бы вы это? Да, я бы это хотела. Волшебная лампа Аладдина. Можно было бы загадать 3 любых желания. Я бы загадала лапти. Хотели бы вы жить в этом доме? Да, надеюсь, там дворец. Это даже лучше, чем дворец. Вот я люблю такие современные дома. Скиньте адресок, где мой дом стоит, ребят, кто-нибудь знает? Хотели бы вы пригласить его на свой день рождения? Этого человека я бы не пригласила ни в коем случае, даже на похороны. Пеннивайз. Фу, тут меня реально пронесло. Повезло, ребята. Пишите, кому на день рождения придет Пеннивайз. Съели бы вы эту конфету? Да, если она не из говна. Если это шоколад, то да. Да. Леденец со скорпионом. Надеюсь, такого не существует в реальной жизни. Хотели бы вы такую машину? Не, не хочу. Мусоровоз. А можно поменять ответ? Хотели бы вы съездить в эту страну? Да, я люблю путешествовать. Ставь лайк, если тоже любишь путешествовать. Объединенные Арабские Эмираты. Вау, ну я там никогда не была, хотела бы. Хотели бы вы посмотреть это кино? Нет, не хочу. Я хочу смотреть это видео на Ютубе. Барби. Я, кстати, не смотрела этот фильм про Барби. Хотели новый. Хотели бы вы сыграть в эту игру в реальной жизни? Да, если это Роблокс. Надеюсь, это Роблокс, да! Игра в кальмара. Помогите. Хотели бы вы такую профессию? Нет, я не хочу работать вообще никогда, нет. Запаховед. Что? Какие? Быть женщиной, которая нюхает подмышки мужиков и бабок? Зачем они это делают? Хотели бы вы это выиграть? Да. Надеюсь, там что-то приятное. Хочу, да. Это ламбо, это гелик. Стали бы вы танцевать под эту музыку? Давайте да, давайте все нажмем да. 3, 4. Мы не прогадали. Вы такую комнату? Не, не хочу такую комнату, мне нужна побольше комната. Не, упаси боже от такой комнаты. Нафиг такую комнату. Обменяли бы вы бургер на это? Ну, вот тот бургер, который нам предложили, да, вообще на что угодно бы я обменяла этот бургер.
леденец на палочке, петушок. Пиши в комменты петушок, если выбрал петушка. Хотели бы вы такие часы? Да, Apple Watch? Да, я хочу Apple Watch. Часы миньоны. Это миньочи. Хотели бы вы сыграть в эту видеоигру? Да, я люблю видеоигры. Хочу сыграть. Погнали! Roblox. О, я только что в нее играла. Это моя любимая игра. Хотели бы вы быть похожими на него? Да, это мой брат. Там, наверное, мой брат. Губка Боб, квадратные штаны. В точку. Здесь жить? Нет, я не хочу здесь жить. Что это за место? Личный остров. Блин, ну посмотрите, на этом личном острове вообще ничего нет. Там нету ни пятерочки, ни доставки Озон, Wildberries. Хотели бы вы такое домашнее животное? Я думаю, что да, Джазик был бы не против. Крокодил. Хотели бы вы встретиться с этим человеком? Я бы не хотела с ним встречаться. Мистер Блин, да ёлки-палки, нет! Не светит мне ничего на ютубе. Все, ребят, всем пока. Хотели бы вы попробовать это на вкус? Да, давайте попробуем. Что же это такое? Дуриан. Фу, нет, я знаю, он такой вонючий, просто пипец. Он очень вонючий, ребят. Хотели бы вы удалить это приложение со своего телефона? Да. Ютуб. Ребята, я сделала это своими руками, но мне придется это сделать, ребята. Все, я удалила Ютуб. Хотели бы вы заняться этим видом спорта? Нет, я люблю полежать. Парашютизм. О, это вообще страшно. Если заниматься им, то один раз в жизни. Хотели бы вы попробовать этот напиток? Да, наливайте. Наливайте его сюда, давайте. Молочный коктейль. Вкусненько. Смогли бы вы прожить 2 недели без этого? Я думаю, там что-то важное. Нет, я бы не смогла. Туалетная бумага. Ох. Хотели бы вы посетить это место? Да, я думаю, это что-то интересненькое. Там был личный остров. Давайте. Диснейленд. Конечно, я бы хотела. Это моя мечта. Хотели бы вы жить в этом замке? Да, если там нет дракона, то да. Замок Дракулы. Хотели бы вы играть на этом инструменте? Да, хотела бы. Я люблю музыкальные инструменты. Че, думаешь, что у меня поддоса? Поэтому у меня расстегнулся пирсинг. Я думаю, что туалета фониум офигенно бы звучал с битбоксом. Да битбокс с чем угодно классно звучит. А если ты хочешь тоже научиться делать битбокс, то переходи по ссылочке в описании в школу битбокса Оли Кекс. И на онлайн занятиях я тебя научу. Но лучше всего на туалетофониуме звучит скипиди-дом-дом-дом-ес-ес. Хотели бы вы съесть этот торт на день рождения? Да. Какой день рождения без тортика? Вау. Торт с конфетами внутри. Хотели бы вы слушать это целый день? Да, я бы слушала это и день, и ночь, и 10 миллионов лет. Обменяли бы вы свой телефон на это? Если там лапти, да, я бы обменяла. Забирайте мой 5-й айфон. 1 миллион рублей. Е-бой, я выиграла лотерею. Теперь я могу купить 15-й Pro Max. Хотели бы вы съесть это мороженое? Нет, я бы не стала есть это мороженое. Я думаю, это опасно для жизни. Мороженое из авокадо. Ну, вряд ли оно меня убьет, но я не думаю, что оно какое-то вкусное. Хотели бы вы выиграть этот подарок? Да! Я люблю подарки! Да! Дырявые носки. Что это? Какой-то конкурс веселые старты для бомжей? Или почему такие призы? Поплавали бы вы здесь? Да, я бы плавала там вообще в купальничке так четенько. Аквариум с акулами. Но это был бы мой последний заплыв. Принимаете ли вы этот вызов?
Да, я принимаю этот вызов прямо сейчас и прямо здесь! Достать до носа языком. Погнали! Я же битбоксер, у меня язык вот такой. Понравилось бы вам это? Да, мне бы это понравилось. Мне бы это очень понравилось. Домашний кинотеатр. Вау, я мечтаю о таком кинотеатре. Да, мне бы понравилось, точно. Хотели бы вы съесть этот кусок? Нет, я бы не ела это. После мороженого авокадо точно бы не стала. Кусок пиццы с ананасами. Ну, вообще, я люблю пиццу с ананасами. Вы такой подарок на день рождения? Да, любой подарок я готова принять со всей душой. Полиэтиленовый пакет. Спасибо, спасибо, спасибо за этот пакет. Хотели бы вы просыпаться в это время? Нет, я думаю, там 6 утра. Нет, не хотела бы. Я вообще не хочу просыпаться иногда. 12 часов дня. Тю, я так и просыпаюсь. Вы бы сели за руль этой машины? Да, я бы села, у меня есть права, могу себе позволить. Машина банан. Это банан-мобиль. Хотели бы вы съесть этот десерт? Нет, не хотела бы, вот это есть, нет, не ела бы. Сандей золотое изобилие. Что это такое, ракушки, вижу, золото, какая-то икра. Нет, нет. Выбери одну кнопку, да или нет. Да! Надеюсь, вы выбрали кнопку «Да». Ну ладно, я пошла плавать в своих лаптях с акулами. Всем музыка без инструментов, с помощью голоса, под силу девочкам и мальчикам любого возраста. Битбокс-уроки — это интересно. Уроки по битбоксу — это полезно. Чувство ритма, слух, артикуляция, дикция, дыхание, реакция. Это все мы развиваем на уроках, братцы. Все, что нужно сделать — взять и записаться.